Дорогие друзья, сегодня я с утра медитировал 2,5 часа, и душа подсказала, какие звуки надо петь, чтобы душе было хорошо, чтобы все проблемы с легкими были решены, чтобы человек не болел простудными заболеваниями. Все это в одном простом упражнении. На вдох вы 7-8 раз произносите звук «с». На выдох 8 раз в ритме сердца под удары метронома произносите звук «ш». Итак, ну, хотя бы минуту, две, три, пять. Чем дольше вы будете шипеть, как змея, тем сильнее у вас будет иммунитет, для чего вы можете посмотреть фильм Ольги Бутаковой в интернете. Лимфатическая система, как она работает, за счет чего повышается иммунитет. Оказывается, он повышается за счет работы диафрагмы. А вот такое восьмеричное дыхание на 8 ударов сердца – это и есть полное дыхание йогов, которое приводит к хорошему здоровью и вечной жизни. А теперь я начинаю. Включаю метроном, который бьет каждую секунду ритм моего сердца. Научившись вот так дышать, вы поймете и мою новую теорию кровообращения. На вдохе легкие расширяются, диафрагма опускается, человек набирает в легкие венозную кровь. На выдохе диафрагма поднимается, давит на легкие. Из легких выходит под давлением артериальная красная кровь. Таким образом, вы управляете движением крови в организме, а значит, можете управлять своим здоровьем, своей продолжительностью жизни, своим настроением, своими чувствами, настроением своей души. Об этом очень много говорить, но лучше всего это делать. Еще раз повторю. Thank you.
Вот это упражнение надо делать, пока человек здоров, лимфатическая система будет работать хорошо, лимфоциты будут заниматься своим прямым делом, улучшением иммунитета. Желаю вам во всем разобраться. В описании и в комментариях я дам теорию, ссылку на теорию кровообращения, которую я около 11 месяцев назад, в 2017 году, предложил нашему сообществу людей. Будьте здоровы, живите вечно.